Здравствуйте. Уже есть один человек. Ну, раз есть один человек, то начнем. В общем, мы продолжаем нашу тему с фудскетчингом. И для тех, кому надоело сладенькое, сегодня у нас уже вот такой вот тост. Уже не такая сладкая тема, но все равно связанная с едой. Итак, начнем мы, как обычно, с карандашного рисунка. И начнем намечать. Чтобы было лучше видно. Привет, кто присоединился. Так вот, начинаем с карандашного рисунка. Намечаем один тост. Привет, привет. Там где-то виднеется еще второй. И стараюсь практически не нажимать карандаш, делаю совсем легкий такой рисуночек. Ну и можно слегка наметить тарелочку, совсем немного. И уже, в принципе, сейчас начнем в цвете. Вот мы так легко наметили. Так, я беру желтый цвет. И слегка прокрою яичницу нашу. Так, привет, кто присоединился. Повторюсь еще раз, у нас продолжается тема наша с фудскетчингом, но сегодня уже не сладкая тема, а такой вот акварельный завтрак. Делаем сегодня тосты с авокадо и яйцом. Вот, значит, мы сначала слегка прокрыли нашу яичницу, точнее, белок таким желтоватым оттенком, и теперь прокрываем серединочку, наш желток, желтым оттенком. При этом я еще добавляю немножко оранжевого. Так, машу тем, кто присоединился. У нас сегодня, кстати, уже предпоследний урок. Вот. Уроки я загрузила на канал свой на YouTube. Активная ссылка есть в профиле. Этот урок я тоже загружу. Вот так вот. И вот. Зачем, Иван, зачем ты мне запрос отправляешь? А? Можешь попробовать ответить? Ты никогда не отвечала на запросы. Так, вот, значит, я взяла ультрамарин и добавила от наших тостов тень на тарелочке. Что мы делаем с вами дальше? Дальше я беру вот такой вот охристо-коричневый. И начну сейчас прокрывать наши тосты вот этим оттенком. Повторюсь еще раз, сегодня у нас предпоследний эфир по фудскетчингу. И кому интересно, вы можете забронировать место на следующий наш курс. Он уже будет платный, но с большой скидкой для тех, кто услышал сегодня, собственно, о скидке. Поэтому вы можете мне написать и узнать все подробности. В платном курсе мы будем уже не только еду рисовать, но уже и животных, и ботанику, и много всего интересного. Так, смотрите, я прокрываю наши тосты, но при этом место, где находится у нас авокадо, я пока не трогаю. Сейчас мы там еще зеленым тоже пройдемся. Так, добрый вечер. Сегодня вот не сладкая тема. Отдыхаем от сладостей. Смотрите, я добавляю авокадо, я беру зеленый, но при этом где-то добавляю еще и желтенький, чтобы был такой перелив цвета у нас. И здесь так же делаю.
тоже зелененьким закрасим. И сегодня, наверное, я буду уже добавлять черную ручку, чтобы было покрасивее. А вот интересно, почему, когда добавляются люди сюда, некоторым я могу помахать, некоторым не могу. Интересно. А, и кстати, я же смогла все-таки настроить на своей второй странице Huawei Art School Stories. Оказывается, что нужно было в настройках подправить там, чтобы в архив сохранялось. У меня ничего не сохранялось в архив. Вот так вот. Можете порадоваться вместе со мной. Так, смотрите, я добавляю нашему хлебушку корочку. Таким вот образом. Беру коричневый потемнее. Так, здесь тоже добавляю чуть темнее корочку. Так растолстеть можно. Да. Пришел. Скажи, что все за свою матерь поехали. Да ладно. А вы знаете, что сегодня день матери? Мне тут подсказали. Поздравили своих мам. Мы сегодня вот на занятии с детьми рисовали цветочки. Можете в сторис посмотреть. Для мам. Вот так вот. Так, смотрите, я беру теперь ультрамарин еще раз и добавляю уже такую пожестче тень, поярче от наших тостов. О, кто-то мне сердечки шлет. Спасибо за сердечки. Я на самом деле не понимаю смысла этих сердечек, но приятно. Что я могу сказать? Спасибо. Ой, кто мне их отправляет? Интересно. Так, я немножко еще тарелочку подчеркнула. Так. Что мы теперь сделаем? У нас получается, что этот хлебушек сверху лежит на вот этом хлебушке. А это значит, что от верхнего хлебушка на нижнем хлебушке у нас должна образоваться тень. Поэтому мы можем смело здесь усилить, добавить тень. Таким вот образом. Авокадо мы тоже можем притемнить. Вот, и у нас сразу этот хлебушек входит на передний план. Итак, мы теперь добавляем нашему хлебушку вот такие вот маленькие точечки. На одном и на втором кусочке. Я предлагаю где-то даже немножко побрызгать. Такие крошечки будут, пусть на тарелку они тоже попадут слегка. Так, давайте еще немножко яичницу притемним. Я беру такой вот желтый охристый оттенок и немножко притемняю яичницу. А еще у нас на яичнице перчик, который мы тоже очень интересно можем добавить. Я опять же беру ультрамарин, немножко смешиваю его с коричневым и брызгаю сверху вот такой вот перчик. Знаете, как классно получилось. О, где-то можно чуть больше добавить таких перчинок кисточкой. Так, ну давайте с авокадо теперь работать. Берем зелененький и также берем наш коричневый. Будем работать этими двумя цветами. Под яичницей мы делаем темнее, потому что там тень. Прям так подчеркиваем. Так, здравствуйте, кто присоединился. Вот и начинаем. Вот почему я некоторым могу помахать, а некоторым нет, я не понимаю. Объясните мне. Так, вот, чуть темнее начинают наш авокадо делать. То есть мы сначала прокрыли одним таким слоем, более светлым. А теперь уже темнее добавляем такой рельеф. Еще чуть-чуть хлебушек сейчас притемню
с этой стороны. Он же у нас такой жареный, да? Добавлю точечек. Напишите мне в комментариях, те, кто сейчас смотрит, все-таки какие вам нравятся скетчи больше, если рассматривать фуд-скетчинг? Какие-то сладости, булочки, тортики или что-то вот такое? Вроде как акварельный завтрак. Вроде еда, а ну не сладкая, скажем так. Может быть, пиццу нарисовать стоит в следующий раз? Потому что устали вы от сладкого уже. Я вот думаю, у нас завтра с вами будет уже последний урок, представляете? Последний. Последний, пятый, получается, да, урок. Я думаю, какую бы все-таки тему поставить, сладкую или не сладкую. Поэтому жду ваши комментарии. Можете потом мне написать. Что-то из еды. Какие у вас есть предложения? Я добавляю сейчас к зеленому немножко ультрамарина. Но еда-то понятна. Вот, а какая еда, сладкая или не сладкая? То есть тортики-пироженки или всякие тосты, пицца, что там еще у нас есть? Вот, смотрите, я тень усиливаю. Таким более темным. То есть зеленый смешалось с синим. Где-то еще показываю такой рельеф от вилочки на авокадо. Кстати, все эти иллюстрации я рисовала в скетчбуке. И мне очень нравится. О, бургер, кстати, интересно. Мне нравится сладкое, видимо, из-за того, что сама сладкоежка. Ну, у меня то же самое. У меня то же самое. Кстати, бургер интересно. Угу, надо подумать. Мне кажется, можно прикольно нарисовать бургер. Кто за бургер? Пишите плюсик. Будем тогда завтра рисовать бургер. Или пицца. Ну, симпатично получается, как мне кажется. Я так смотрю сверху. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, я тут выделю тоже тенюшку. На тарелочке добавлю, точнее, тень, чтобы у нас яичница на передний план вышла. Так, чтобы было повеселее и поинтереснее, я предлагаю нам на скатерти еще что-то добавить. Я хочу добавить клеточку. Я беру ультрамарин, развожу его сильно водичкой. И мы начинаем добавлять клеточку. Давайте прямо. Такую легкую клеточку. Сверху тоже так слегка добавим. Либо полосочку. Кстати, полосочка неплохо смотрится. Давайте полосочку оставим. Так, и еще от тарелки я также усилю тень на нашей скатерти. Так-с. О. Так, ну, можно еще поработать с корочкой. Опять же, я беру коричневый. Смешиваю здесь с каким-то ультрамарином. Ну и, в принципе, все, что есть, то добавляю. Охру красную добавляю. И усиливаю корочку. Сердечки, спасибо за сердечки. Кто мне ставит сердечки? Тому спасибо. О, сердечки. Для чего нужны эти сердечки? Так. Румяная корочка у нас у хлеба есть. Еще несколько крошек добавлю вокруг. Где ты училась в художественной школе? Я окончила Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, сокращенно МАХЛРАХ. И сейчас я доучиваюсь на художника по костюмам кино и ТВ в ВГИКе. Вот так. А так я уже очень давно рисую, преподаю.
Вот еще детского сада. Хз, зачем они, ну, прикольные? Это про тосты? Ну да, смотрится прикольно, мне кажется. Но можно в рамочку оформить, на кухне повесить, например. Почему нет? Мне еще нравится, как прикольно у нас такое прям яйцо растеклось. Вот. Немножко сейчас я выделю тут поярче. У нас тут голосование было, что мы завтра рисуем. Для тех, кто только что присоединился. Что-то сладкое? Или все-таки не сладкое? А какой-нибудь бургер или пиццу? Вот, и еще раз повторюсь, что завтра у нас последний урок, как я уже 100 раз сказала. И завтра я для тех, кто будет смотреть эфир, либо пересматривать, буду предлагать скидку на следующий наш курс, который будет уже идти платно. В платном курсе у нас помимо еды будет еще много всего интересного. И он уже будет проходить не в Инстаграме. А, наверное, я буду сохраненные видеоуроки отправлять либо на платформе какой-нибудь типа. Не знаю, если получится разобраться с этим гид-курсом, то, может быть, будет там все это проходить. Может, все-таки пиццу? Ну, подумаем. Ну, так вот. Поэтому, кому интересно, вы можете уже сейчас забронировать место, а старт у нас будет где-то через 2 недели. Вот так вот. Так, ну давайте опять будем голосовать, добавлять ли черную ручку или так оставить. Потому что я не знаю. Вроде и так красиво, вроде можно и ручку добавить. Поэтому подсказывайте. Кстати, смотрите. Всего лишь за 17 минут мы нарисовали такую красоту. И то даже меньше, потому что сначала я немножко еще ждала, чтобы кто-то присоединился. Поэтому скетчинг это супер. Тут я еще тоже тень добавлю ультрамарину. Так оставить. Иван, как ты думаешь, так оставить или нет? Или добавить черную ручку? Мне кажется, надо яичко подчеркнуть. Что? Яичко подчеркнуть. А как его подчеркнуть? Ручка Наверное, черная? расплылось. Оно расплылось. Пусть будет разное. Это как ты утром вот готовил. Так оставить. Ну, тогда давайте так оставим. Ой, мне еще очень нравится, как на Мальдивре такие зеленые оттенки у нас смотрятся. Ох, случайно я. Как нам вернуть обратно? Ага, вот. Так, ну, значит, вот что у нас получилось с вами сегодня. Осталось добавить свою подпись. И все. Можно идти скидать нашу иллюстрацию. Так, а подпись я добавлю синеньким. Ультрамаринчиком. Ой, я, в общем, вчера рисовала людей, значит, да, и только потом поняла, что я расписывалась на работе неправильно. Что я писала Соловей Арт с одной «С», и потом я зашла в Инстаграм, и оказалось, что есть какая-то там Соловей Арт, тоже художница, значит, и походу все будут к ней идти вместо меня. В общем, лоханулась. Вот такая вот история. Так, значит, мы с вами закончили. Спасибо всем большое за внимание. Пересматривайте эфир, рисуйте вместе со мной, буду ждать ваши работы. И кому интересно по поводу скидки и следующего курса, либо каких-то платных уроков, вы можете тоже мне написать, я вам все подробнее расскажу. Потому что вы можете мне написать, что вот, мы смотрели эфир, а в эфире нам обещали скидку, мы хотим получить скидку. Так, а те, кто рисует вместе со мной, те, кто присылают мне свои работы, получают после курса, а то есть уже завтра, один бесплатный урок. Поэтому имейте в виду. Все, спасибо всем большое за внимание и пока.